Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи, найденные в интернете, стихи поэтессы Ольги Руда. Композиция называется «Мы так себе живем тихонько». Музыка исполнена Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия». Пошловато, мы так себе живем тихонько, то перстни носит сто карата, кого-то радует и бронька, в миру немножко угловато. Мы так себе живем тихонько, углы обходим райским садом и пишем песни очень бойко, в миру немножко угловато. Мы так себе живем тихонько, мы обходим райским садом и пишем песни очень бойко, в миру немножко верещаще. Мы так себе живем тихонько, свою судьбу напряги тащим. Порой страдаем так легонько, в миру немножечко прекрасно. Мы валим всем добро горстями, потом сидим под солнцем красным со злыми в усмерть новостями. Мир немножечко прекрасно, мы валим всем добро горстями, потом сидим под солнцем красным со злыми в усмерть новостями. Миру немножечко ужасно, мы любим то, что нас не лечит и утомляет беги страстно, а может даже и калечит. Миру немножечко ужасно, мы любим то, что нас не лечит и утомляет беги страстно, а может даже и калечит. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт». Мы так себе живем тихонько. Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Ожившая поэзия».